Строительство колеса обозрения вокруг света обойдется Ривьере в 200 миллионов рублей. Аттракцион планируют открыть уже в начале июля этого года. Опоры будущего колеса обозрения уже установлены на месте строительства. Татарстанский стрелок Мосин завоевал серебро этапа Кубка мира в Бразилии. Василий Мосин завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Рио-де-Жанейро. В Набережных Челнах пройдет всероссийский фестиваль граффити. Темой фестиваля выбраны космические дебюты. Тема выбрана не случайно. В 2016 году исполнилось 55 лет со дня первого полета человека в космос.